Добрый день, друзья! Здравствуйте! Смотрите, кто у нас есть? Это малыш Симоны. Родился в саванне. Вот, вообще их родилось два, но пока что мы нашли одного. Симона в этот раз немножко подвела. Оказалась плохой мамой. Да. Дальше просто она рожала в вольерах, их досматривала, а сейчас она первый раз родила в саванне и пришлось так их бросить. Одного вот, погладь, садись. Садись, Ангелюша. Погладь, Ангелюша, теперь придется опять работникам тайгана из сказки дарить свою любовь, да? Добрые руки тайгана. Да, и вам с мамой, да? Дарить. Мы будем приходить, да, Ангелюша? Проведывать. Проведывать его. Сегодня даже у нас случилось чудо, когда мы забирали этого львенка, то, скорее всего, его папой оказался Марсель. И Олег Алексеевич поднес и показал Марселю его сыночка. И Марсель, да, принял, и на гриву положили, и принял. А сейчас уже прошло 3 часа, как его забрали. И мы сейчас повезем малыша кормить. У него даже вон еще пуповинка. Пупочек еще тут. Да? Он спит. Малышоночек вообще сейчас. Бэби-бум. У него еще закрытые глазки. Да, слушай, губы закрытые глазки. Да? Ой, услышал голос. Да? Скажи, где? Где? Сказали кормить. Сейчас будут. В тайгане бэби-бум. Родились, вы знаете. Тигры, бенгальцы. 2 бенгальских белых тигра и 2 амурских. Причем у одной мамы. Это плюс вообще. Еще родился львенок, вы уже знаете, да? Родились еще тигрята. То есть начались вот такие листопаднички маленькие. Маленькие. Совсем маленькие. Совсем, скажи, ему всего 1 день. И мы сейчас как раз везем его на кормление. Он, как лапочку. Скажи привет, малыш, в этом большом мире. Тебе здесь будет хорошо. Несмотря на то, что мама, конечно, мы так хотели, Олег Алексеевич хотел их оставить с мамой, потому что самое ценное это мамино молочко. И чем больше, все равно хотя бы он день, но он покушал молозиво. И это уже хорошо. Чем хотя бы, если бы недельку они там бы были, но Симона, к сожалению, подвела. Оказалась непутевой на этот раз мамы. И пошла гулять по всему, по всей саванне. Да, Ангелина? Да. Давай, Ангелюша, будем сейчас малыша вести, возьмем. Ой, молодец, возьмем сейчас вот эту корзинку. Смотри, какой маленький. Прям как ты, маленький. Да, маленький-маленький. Так у мамы-то у него нету. Поэтому мама бросила. Мама твоя будет тоже его любить, как и тебя, и ты будешь любить. Да, скажи, я такая, да? Ну все, с любовью из тайгана, друзья. Пока-пока.